Меня зовут Александра, я шеф-кондитер Babes Bakery с 2021 года и выпускница с весом 2019 года. Кондитером я хотела быть всю свою жизнь на самом деле, но мне было сложно договориться с своими родителями о том, чтобы выбрать этот путь, потому что есть много предрассудков насчет общественного питания. И они не знали, что есть такие университеты, как СВИСАМ, что можно получить зарубежные дипломы, получить хороший опыт работы, что это не только столовые и какие-то кафе местечковые. Ну, я всю жизнь знала, чем я хочу заниматься, и просто мне нужно было найти в себе силы, чтобы сделать этот шаг, чтобы всем доказать, что это того стоит. И это того стоит. Я больше всего беру за источники какие-то книги кондитерские, беру из них большую часть рецептур, и только уже после того, как я выберу нужные мне, я уже перестраиваю под концепт Babes Bakery. Конкретных я не могу назвать каких-то людей или кондитеров, за которыми я слежу и от которых черпаю вдохновение. Это так не работает. Везде по чуть-чуть, это такая кондитерская насмотренность. Вот. Чем больше ты в себя берешь, тем больше ты можешь создать сам. Вот. Самое теплое чувство у меня к Юле Баковой. Это мой любимый преподаватель, мы до сих пор на связи, она всегда готова помочь, если что. У меня очень теплые воспоминания по поводу моих одногруппников тоже. Мы были очень дружными, и мы были готовы бесконечно друг с другом учиться, и нам было очень жаль, что такой короткий курс, и что нам так быстро приходится расставаться. Да, есть планы, конечно, есть концепции в голове уже очень давно, и все уже придумано, но все проблемы в мире, они все портят. То есть это было еще в коронавирус. У меня есть моя одногруппница, с которой мы хотели открыть свое заведение. Мы уже нашли помещение, концепция полностью продумана, бизнес-план. Слава богу, был СВИСАМ, мы все это умели делать. Вот. И уверенность была в том, что у нас получится, но, к сожалению, мы не знаем, когда мы сможем это сделать, потому что сейчас очень сильно все подорожало, и, ну, не представляется возможным просто. А так, конечно, есть планы свои какие-то на свое личное развитие.